Привет, друзья! Меня зовут Светлана, и вы на канале Funny Animals. Меня давно просят зрители снимать, что происходит в голубятне в реальном времени, и выкладывать почаще. Я решила попробовать. Сегодня 7 июня. У нас пышно цветут розы. И давайте посмотрим, что сейчас делают мои голуби. Моя абрикосочка. Ой, такая абрикоска. Кеша с Милочкой. По ту сторону сетки Тошенька. Тёмочка. Живем. Каждый занят своим делом. Милочка с Кешей. Они сейчас себе гнездо ищут, где построить. То на полу мостятся, то на лавке. Никак не определяться. Кенечка, что ты там клюешь? Ой, эту девочку. Вкусные пальчики у меня. Рыжулька, видите, мой хороший. Рыжик очень любит клеваться. Причем клюется очень больно. Собственно, клюются они все. Даже абрикоска уже клеваться начала. Но она пугливая уже стала. Рыжик и серебристик ее, конечно, уже прогоняют. Вот она туда прилетела, но это ненадолго. Что-то сейчас и не гонят, обычно прогоняют. О, Катуша и Тёмочка ласкают друг друга. Так и живем. Абрикоска пошла на дрова. А Енечка уже настороже так прогонять собирается. Всё, навела порядок, прогнала.
Абрикоска уже большая, красивая стала. Мне в руки уже не дается. Уже все. Абрикосочка. Не хочет ко мне пойти. Все, улетела. Пошла на улицу абрикоска. А на улице жарко, и они стараются сидеть в сарае. Зерно насыпано, никто не кушает. Любимое место абрикоскина. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Продолжать ли снимать в реальном времени и сразу выкладывать. До скорых встреч!